Мы обращаемся, жители Башкортостана и Ишимбайского района, к вам, наш дорогой Владимир Владимирович Путин. Почему дорогой? Потому что очень дорого вы обходитесь нам, народу, всей России. Хотим напрямую, уже неоднократно обратиться, может, дойдет это обращение, хоть это до вас. Сколько можно творить беспредел на нашей земле, полностью на всей российской, а в Башкортостане тем более? Скажите, пожалуйста, как можно прожить пенсионеру на 8-9 тысяч рублей, когда мрот составляет 12,5 тысяч? Вы своей головой вообще там думаете или сидите? Вы лично и вся ваша дума. Как можно прожить, если мрот 11500, а пенсия 8-9 тысяч? У нас пожилые люди не могут себе позволить купить даже сейчас лекарства. За последний месяц продукты подорожали настолько, на 40, на 50, на 60%. Подорожало все абсолютно. ГСМ растет. Как выживать? Мы не живем. Мы выживаем в вашем государстве, которое вы сотворили. Чисто тоталитарный режим, равный фашистской Германии. Больше никак не назовешь. Вы укрепляете власть МВД, делаете им льготы, обещаете им защиту. И эти ваши прихвостни готовы убивать народ. Но вы одного не можете поднять. Что вот у меня есть такой один тезис хороший, что основой дома является фундамент. Фундаментом государства является народ. И только народ вправе решать, как ему жить. Что вы будете делать без народа? Вы хотите его полностью вытравить? С кем вы будете тогда здесь жить? Кто будет вам приносить такие богатства? За счет народа только вы живете все. Вы исполнительная власть. Мы народ, хозяева. И Конституции это закреплено. А вы на каждую главу Конституции делаете свои федеральные законы, обеспечивая себя, ограничивая себя от всех наказаний. Хотя Конституция является наивысшим законом в Российской Федерации. Может, хватит творить этот беспредел? Может, пора подумать, что благосостояние народа является благосостоянием государства?